Ну, в общем, пробегаем. Пробегаем через главный вход, вскрываем замки, если вы не слышите. То есть вскрываем как выстрелом в них. А это хард или... Okay. А, окей. Енотик. Ready? А, теперь я не ready, какого черта? Зажимай Enter! Насрать на это дело. Поздно. Охереть, как она долго скрывалась. Так, бегай туда. Все бежали, да? Так, ищи комнату охраны. Нет. И вскрывай ее. Уже. А я пока буду скрывать. Нечего делать. Тебе не знаю. Я пока побегаю. Открывай это все там. Нам еще теперь надо будет ждать. 300 секунд. Вот я тут картину вам накидаю. Забирайте картины пока что. А, так ты уже открыл нам проход, кстати. А все остальное... Подождите, ищите картины с маркерами. Ищите картины с маркерами и скажите, нам на 4. Зарашим сейчас. Вот одну нашел уже. Пока что картину, которую я скинул, несите ее отсюда. Ребята, обороняйте меня. Я тут скрываю. Тут аж две. Так, одну забрал я. Одну отнес. Вот еще тут одна будет сейчас. Серега, бежишь? Ну, сейчас сверху, да, вернусь. Все, 4 забрали, можно уходить. Нафиг надо зарашить. What the f... Кто меня стреляет? Я уже полностью за укрытием. Сзади. Вот-вот-вот, забирай. Уходим. Go. Все быстро, без проблем. Вообще-то лучше было бы взять 3. Ну, в общем, в следующей миссии просто берем 3 мешка и убегаем. Ну, а чё я не залез? Я наверх залез! Я наверх залез! Ребят, я наверх залез, смотрите! What the fuck, что это за... Можно было просто попрыгать. Ависпа не мог. Залезает. Ависпа не... Енот не может залезть! Что-то не так, слушай, что-то сломалось. Енот потерял силу енота. Да, тут нас с другой стороны. О, енот осознал. Я реабилитировался. Вообще можно было еще больше забрать что-то. Как-то они слабенько нападали на Вери Харди-то. Да можно было все забрать. Ну вот я про то же. Ну ладно, 4, надо зарашить. Сейчас тоже берем 3 мешка и убегаем. Легко со всем этим. Особо париться не надо ни за что, ни за какие взломы. Самый интересный момент. Виспа такое пропускает. Он не попадет в историю, как он так пос... Как он такое-то может упустить? Все, берем, берем и уходим. Не-не-не, берем по 3 и уходим. Слушай, ворота закрыты. Оу, совсем хорошо. И что делать? Я хакаю. Не знаю, как я могу так хакать, ну ладно. Но я хакаю. Звучит как... А? Нет, это звук...
Это звучит как хакаю, ничего не знаю. Твой настрой, школьники, не позволяет тебе услышать то, как это на самом деле слышать. А я же без танковой брони, а я же без танковой брони. Сзади еще козлы. Нормально бросил копу деньги, мол, коп, забирай, уходи. Ты с собой все-таки все забрал, что ли, а? Да. Ну, залезай! Я не могу залезть теперь! Какого? Нет, залезай! Залезай! Нет! Я хочу! Отстой! Я бы на месте водила уехал. Просто бросил бы. Сейчас, знаете, надо провести минимальный стелс. А у тебя, Серега, сколько этих джеймеров? Два. Да, ну. То есть две двери только можно открыть. А тут их три, по-моему, три двери, поэтому нужна будет карточка, она стопудово где-то валяется. Ну сейчас это мини-стелс такой будет в начале. Нужно будет пройти вниз, открыть дверь и зайти мне по-тихому, потом пробежаться на три этажа и отыскать все, что нужно. Только поставлю себе самую крутую броню, то есть зачем-то я снял. На золото насрать. I'm so slow. Насрать. Мы рашим. А енот-то где? А енот-то где? А, он во мне. Он был во мне. Я на нижний этаж. Поздно. Все, бежим вместе. Открывай все, что можешь, Серега. Эх, промашка. Вот еще одна здесь. Нашел. Внизу, да? Хотя подожди. Ну, сервер. Но почему на него нажать все еще нельзя? Вот. Конечно, может. Четыреста секунд, я забыл про это. 10 минут. Ребят, меня зажали тут два щита. Я ничего не могу сделать. Ау. Ау, ау. Ну, у меня был капец. Минутик поднимешь? Не знаю. Ну, я расстрелял кого мог. Бегу. Все, больше никого не могу. Да хрена их. Ну, меня сверху подбежали 5, снизу 2 щита. Не, лучше сюда не ходить, все, я сдох. Енот, прикрой! Прикрой, енот! А, не могу. Что происходит? Блин, а вот я не знаю, как это произошло. Хереть, еще 3 минуты. Чистого времени, прям как в хоккее. Все, патронов нет. Угу, чисто. Еще 5 раз ломается. Я говорю чистого времени, не учитывая перерывы. Ты вообще спорт не смотришь, что ли? В хоккее так и говорят. Нет. 3 периода по 20 минут чистого времени. Виз посмотрит Формулу 1. Этот, правда, такой спорт, ну ладно. Поедание бургеров тогда, видимо, тоже спорт. Литербол самый главный спорт. Вот в это я играю. Слежу за всеми. Со всеми чемпионатами универа, да? Я сделаю это. Подожди. А зачем мы сюда идем?
Ребят. Не знаю. А кто сюда пошел? Тот только охранять. Щиток. Енота убили. Енот, ты в воздухе повис так. А, у меня стреляет. Неудачно упал. Я потихонечку. Да не, лучше не ходить. Я танк, что значит лучше не ходить? Мне лучше ходить, иначе я не знаю, что мне надо будет делать. Да, все сейчас. Енот, лучше не ходи, да, лучше не ходи. О май гад, я пошел оттуда. Там, знаешь, представь себе дом 2, только... Зверское насилие на жопу, насилие. Только в том случае, если бы никого не выгоняли оттуда. Я тебя поднимаю. 7 секунд оставалось. Бог семерицу любит. Я уже не надеялся. А, там два щита. А тут все. Людей. Закончился плод. Просто убежать. Куда бежать-то? Наверх, назад. Просто get to the chopper и все. Хреновый раш. Самый дебильный раш в мире был только что. 13 минут. Ну а в прошлый раз сколько мы пытались это пройти? Из какого раза у нас получилось пройти? Минут 60, по-моему. Там 30 или 40 было, что ли? И раза с 6. Это прошлый раз. Но это мы же не рашем проходили тогда. Ну, а когда рашем, мы такого мы не прошли. А, нет, мы рашем проходили, мы тогда мясом проходили. Прошли, прошли? Да, да, именно. Первый раз. Ну, что-то я уж подзабыл, значит. Ууу, сколько денег. Издевательство. 67 я убил, и че... я просто крут. Охренеть. Да, 47 тысяч. А вы сколько убили? Зачем это проходили? Ну, чтобы мы были крутыми. Ну опять маска что ли? Да не может быть. О, ась, потерял. А мне опять ведьму дали. А нахер она мне сдалась? Да пошли вы. Ведьма. Продам. Фантомас. Еврейская ведьма. Посмотри. Енот, покажи на себе. Бэтмен. Ай, блин, енот, у тебя... А, нет, видно, вот девочка, вот мальчик. Реально, грустный Бэтмен Франкенштейн просто. Что это? What the fuck? Ну, в общем, надо прикрыть все входы. Там три же входа. Я думаю, вход в подвал не считается. То есть, кто-нибудь из вас возьмете... Вы возьмете два входа внизу, а я возьму вход, который сверху. Главное еще за окнами следить. Поэтому поищите планки, если вдруг найдете. I'm ready. Надо три мешка изготовить. Но будем готовить по максимуму, чтобы вообще было много. Один минус, мне надо будет бегать постоянно за этими, за припасами. Нам надо будет меняться здесь местами иногда. А, потому что... Берите все по... А, хотя, я не знаю. Завалите еще случайно. Берите все припасы, которые здесь есть. Нам надо будет меняться местами. Потому что если мне бегать за припасами, то они смогут пройти сверху. Припасы есть внизу, есть вот здесь в ванне. Кто здесь есть на первом этаже? Блин, да они спокойно здесь зайдут через окно. Вот варите с Рейзером. Они... Я не варил ни разу. Завалили. А где планки-то валяются? Не знаю, где-нибудь. Так, на крышу спускается, на балкон снимает. Вау, у меня какие глюки.
все, они зашли, можете проходить. Я патроны брал в этот момент. Так они. Мне надо было варить, патроны брать, и они тут еще залезли по стене. Короче. Заходите. Заходите внутрь. Да нереально за всем уследить. Надо читера, чтобы было здесь. Человек. Я даже патронов не успел взять. А ты, между прочим, был на той стене. Да это дебильные ачивки, серьезно. Кретинизм какой-то. Убейте 666 человек. Пошли вы в жопу. 666 человек убивайте с какой-то пукалки. Они что, все упоролись там, что ли? Вот пусть идут в жопу выполнять эти ачивменты, как и Guessing Game. Стадок нахер кретинов. Одни ачивки киперлёгкие, другие хер выбьешь. Потому что они все на удачу и на задротство. Задротские ачивки, они неинтересные. Вот, которые прибавляют что-то геймплею, другое да, дело. Да. Нет, допустим, если пройти без использования. Нет. Какие-то добавляют что-то геймплею. Например, там пройти миссию, я не знаю, без использования какого-то предмета. Или не используя тех предметов. Это дополнительная сложность. Не используя оружие. Это тоже можно. Иногда. Твою мать. Подожди, Рейджер, да. не пугай её! Не пугай её, дай посмотреть! Ага. Ооо. А что-то она на вас заорала, не на меня. Нет, она на тебя заорала. Ну, я туда подбежал, ничего не было. Просто там эффект такой. Чуть-чуть осталось. Вон, Джуджи говорят. Чуть-чуть осталось в тыл. Отлично. Вернись назад. Успел. На седьмой просто припасов нету уже. Да и здоровья нету с патронами. Енот, внизу здесь тебя стреляют. Серега, там внизу стой, да-да-да. Мы спрыгнем к тебе вниз. Только не подыхай. Странно, что за первые три дают по 5 тысяч за мешок, а за последующие по 60 тысяч за мешок. Тестовые партии. Нет, каустик сода. Дорогой Бэйн. Потому что я уже клал. Гайдерсон и хлорайд. Все, уходим. Я забрал. Уходим. 26 с половиной минут, чтобы 6 мешков добыть. Ну ладно, хоть не погибли под конец. Как в тот раз. О, да они шутят, что ли? Сейчас еще какой-нибудь гараж будет стопудово. Охереть. Здесь есть ачивка за то, чтобы утащить 8 мешков с собой в этом... В могилу. В побеге из гаража, но это можно сделать только после... Да, гараж, эскейп! Но это можно сделать только после... Только после этого... Только после второй миссии. Все, нас обломали уже за ачивку. Ну, в общем, сейчас берите по 3 мешка и потащили. Главное, тут еще мешки определенные есть. Кто-то какие-то по 5, какие-то по 60. Все взяли. Ну да, вроде как. Главное, денег вообще не дали. 574 экспы. Потрясающе. Я не знаю, как эта ачивка странная делается здесь, но здесь нужно... ну, вы помните, енот да? Енот присоединился. В общем, вы помните, да, что надо сделать? Надо притащить им весь этот мед, а потом узнать, где находятся данные, и туда побежит кто-нибудь один. Или, не знаю, давайте вы вдвоем туда побежите, я останусь с медом его сторожить. Когда вы туда прибежите... Я увижу, начну по их расстреливать. В общем, подождите, давайте такой план. Мы относим им мед, они говорят нам, где данные. Вы бежите к этим данным. Например, когда вы уже будете рядом с ними, я начну по ним стрелять. Ну, вы поймете это. Вы расстреляете всех, кто находится рядом с данными, и, соответственно, заберете данные. И нам еще найти надо выплату нашу. Где-то. Короче говоря, ну вы поняли, да? И енот, ты не забудь взять эту срань, да. Потому что тебе надо будет взрывать сейф. Все готово, да? Ага. Вы бегите сразу туда вдвоём. Я останусь внизу мед сторожить.
Главное, чтобы они не уехали с ним. Я не знаю, здесь... What the fuck, я чуть не завис. Алло, мед-то возьмите. Алло, алло, куда? Куда вы? Нет! Стой! Стой! Что вы делаете? Мед несите, ёбарь СТ! Охереть! Я сказал же мед нести! Я был три раза сказал мед нести! Никого не убивайте здесь! Подождите, подождите, не кладите пока, не кладите. Ничего им. Надо положить одновременно. Так, что, взяли, да? Последние? Ну все, вот эти два кладем, и он говорит нам, что где. Наверху. Наверху здесь, рядом с нами. Бегите, бегите. Куда Рейджер прошлый раз побежал? Так. И нахера мы начали стрелять? А нахер? Я не стрелял, они сами начали стрелять. Быстрее, быстрее, быстрее! Бегите туда. Ну, видимо, они предали вас. Это тоже возможно. А, я забыл пилу убрать! А-а-а-а. Ребят, я сдох, ребят. И слишком много здесь. Тут же бабки. Быстрее, вниз кто-нибудь спуститесь! Вниз кто-нибудь спуститесь, помогите мне! 20 секунд у меня. Но здесь ребята сверху. На крыше они. На крыше. Так, а в большом сейфе можно быть? Ребят, да, 10 и, ну, секунд! Посторожи сейф. Ну, я делаю все, что могу. А что значит посторожить сейф? Может, перезапустим? Не страшно, в принципе. Просто вы сдохнете. Ау, ау. 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 Они сверху. Перестреляй сверху, у меня пила. Я забыл пилу переставить. Ну, документы есть. А бабки? Бабки там же? Там же, бабки, там, да, же. Я мед выкладываю. Надо быстрее, пока копы не приехали. Твою мать, накаркал, а. И нот, скидывай все. Все скинули, да? Угу. Да жопа. Кто стреляет меня? Я даже не понимаю. Полиция при... Спускайтесь вниз, перекидывайте. Полиция. Я пытаюсь взять мешок, и он исчезает из-под моих ног. Все, все мешки забрали. Все? Да, все. Уходим. Ни хера у нас тут мешков. Ого, достижение. Да, достижение. Мне тоже. То, которое давным-давно хотели выполнить. Лиспа не получил, точно. И удачник. Охереть. Блин, это если все на Веркиле выполнить, это сколько бабла-то будет? Это ж просто капец. Ну, это не выполнено. Первая миссия, это жопа. 26 минут это дерьмо готовить. Давайте сейчас еще все деньги заберем, которые здесь есть. Я не знаю, это просто жесть будет. Так это ж нормал здесь вообще. А купи пилота только. А, ты купил уже. Купил. Это автобус, да? Да. Только не облажайтесь это с разминированием С4. Енот, ты помнишь, да, про разминирование? Тогда турельку. Помнишь про разминирование или... Деньги С4 и по... Нет, то я просто... Жаль, что нормал. Охереть. 495 тысяч. Да пошел в жопу, это... Чё, 495 тысяч? А дадут в лучшем случае? Нет, написано сейчас меню.
Да какого хера? Что меня стреляет, мать твою? Он прям в тебе был. Да нет, мне кто-то справа стрелял, слева. Я пошел внутрь. Чищать. Готово. Давайте я буду один вытаскивать деньги, или все равно будет долго лететь вертолет. Я буду загружать. Нет! Я тебя уронил, ребят. Косорукий. Ничего, это были 45 тысяч моих. Как так? Ага, конечно. Знаем мы это мои. Почти миллион во время Payday будет. Сейчас новый эскейп. Сейчас побег. Охереть, если бы на оверкиле еще бы больше было бы было. Бобла. Эй! Охераси. О, что? Да. Кидалово. И опыта 10 тысяч! Ну это нормал, что вы хотите? На нормале не прокачаешься.